Повестка дня. Если вам в дом пробрались грязь, паутины и прочие напасти, то для борьбы с ними нам понадобятся следующие инструменты. Губки для мытья посуды, средства для мытья посуды, чудо-тряпочки, наши чудо-тряпочки и перчатки. У нас на самом деле есть два вида перчаток. Они идут по две в одной упаковке. Я себе беру размер L, большой, я не люблю, когда сильно прилегает. Вот у меня, просто вам покажу, вот одна перчатка, левая. Я ей год пользовалась, я ей даже красила яйца на посуду, но она не вкрасилась. Вот, и вот эти перчатки я недавно купила, им, наверное, месяц. Вот эта губка, я чуть позже буду показывать, но я это сейчас прям, чтобы вы видели, я ей пользовалась больше месяца, то есть где-то полтора месяца, с 19 ноября, нет, с 9 ноября. Это на самом деле у меня самая долгая моя, я вот сейчас нажму тут пару раз, здесь у меня средство, оно уже заканчивается, но оно наполовину у меня разбавлено водой, потому что половину средства я... раздала другим, отнесла на работу, разбавила, ну, немножко много налила. То есть вот наше средство, да, мы немножко его намочим водичкой, и вот как оно у нас пенится, сколько пены дает нам наше средство. Видите, да, хотя немножечко, но сколько пены у нас появляется. Вот. Это как бы основное, что наше средство, оно, во-первых, идет исключительно натуральное, без химии. И несмотря на то, что я сейчас делаю это в перчатках, честно, как и все, я признаюсь, я, конечно, иногда, когда тороплюсь, я делаю без перчаток. Я мою иногда посуду. Я прямо при вас сейчас это сделаю, чтобы вы все видели. Я мою посуду и... Но сначала мы сделаем одну процедуру. Мы просто положим наши фрукты сюда, то, что это можно мыть. Овощи тоже сюда, чтобы они полежали. И брокколи. Вот пусть это все тут покупается, полежит, да, пока я немножко расскажу. Сейчас мы начнем с самого моего любимого, это с губки, да, с вот такой губки, которыми мы тоже можем мыть наши овощи. Опять я намочила. Ну ладно, смотрите, я для этого, почему у меня самый долгий эксперимент был, потому что я брала другие губки и мыла чисто другими губками. У нас вот здесь есть губки Атоми, они хозяйственные, идет 4 штуки в одной упаковке, спасибо, 4 штуки в одной упаковке. Они стоят 400 рублей, то есть одна выходит по 100 рублей. Во-первых, она у нас состоит, я вот даже пробовала, некоторые девушки наши, у них не такие ручки большие, и они разрезают пополам. Но мне вот лично половинки мало. Мне удобно, когда губка целая идет. Она очень удобно лежит в руке. Она вот, ну может быть, мужчины разрабатывали. Чуть-чуть она великовата некоторым девушкам нашим, да. И тут идет 3 слоя. Один слой идет у нас антибактериальный нетканный материал. Абразивные частицы оксида алюминия облегчают очищение от трудных пятен. На самом деле он действительно очень хорошо очищает. И почему эта губка номер один у меня в хозяйстве? Потому что я ей мою не только посуду, не только там какие-то предметы. Я ей мою обувь. То есть у меня отдельная губка лежит для обуви. Я мою обувь. И всем рекомендую. Отдельно лежит губка для кошачьих туалетов, еще что-то. Я отдельно этим пользуюсь. То есть мне очень удобно, у каждого свое. Во-вторых, здесь средний слой, он создает плотную пену, обладает износостойкостью и позволяет длительное время долго пенить. Почему? Потому что, например, если вот эта губка,
Да, вот вы видите, да, у нас маркетовская в фикс прайсе или там в пятерочке можно купить, там 5-10 губок где-то продаются. Но я вот прям специально 19 числа начала, и мне ее хватило на 10 дней. И вот через 10 дней она стала вот такая. Через 10 дней. И она вроде была толстенькая, а стала тоненькой. Очень тоненькая стала через 10 дней. Вот эту губку у меня муж заказывал, он говорит, да ну твою Атоми, вот давай с Алиэкспресса закажем, там дешево, все хорошее. И вот он заказал вот таких 6 штук, вот такие губки в таком пакетике, вот такие вот они идут, толстенькие вроде, да, такие же, как и наши, тоже трехслойные. Вот, но вот, ее хватило тоже на 10 дней, даже меньше. Тут как-то, ну, то ли я трудолюбивая, то ли она не очень качественная. Вот, а вот этой губке уже полтора месяца. Полтора месяца, и у нее самое главное еще, во-первых, вот этот слой, который все очищает, грубый, он не отклеился, он не потрепался, дырок вы не видите, да? Я же вот вам специально принесла, поэтому у меня как бы сначала одной губкой, другой, третий. И металлические губки разные пробовала. Смотрите, вот первая неделя губка из фикс прайса, она в целом приблизительно 15 рублей стоит. Совсем такие недорогие, которые не сертифицированные, я не брала. Те, которые мы нормально в магазине продаются. Первая неделя на четверочку она у меня моет, на вторую неделю уже плохо. В общем, через 10 дней не смогла пользоваться. И причем у меня не только я, мои дети, которые моют посуду, они спрашивают, мама, а где губка? Я говорю, ну вот же лежит, пользуйся. Нет, я этой не буду, давай другую. Ну, то есть, больше 10 дней мы не смогли пользоваться. Пришлось брать новую. Вот с этой губкой это такая же история. То есть, сначала она хорошая, даже мне лучше понравилась, она побольше. Вроде как бы, да, тоже вроде хорошенькая такая. И цвет там не теряет, все, но тоже хватило на 10 дней. Но у нее вот этот слой даже оказался хуже, который оттирает все на самом деле. Третью неделю я вообще молчу. А вот наша губка, видите, и у меня губка есть, которой я вот уже 3 месяца пользуюсь. Она, конечно, не отвалилась, у нее вот эта прочная часть, но она не совсем красивая, потому я ее не стала приносить 3 месяца, да, ну и вообще, кстати говоря, хоть и вот эти губки наши, они самые мной любимые, эксперты, и я тоже изучала этот вопрос, эксперты считают, что губка – это самая грязная вещь в нашем доме, она грязнее даже, чем унитаз, вот, на полном серьезе. И для того, чтобы не было микробов, ее нужно обрабатывать как-то что-то, да, но, соответственно, если химия, вы плохо вымоете это. В наших губках есть специальный вот этот слой антимикробный, и даже если пройдет там неделя-две, наша губка, она не пахнет, у нее нет запаха. Да. То есть именно она у нас действительно антибактериальная, и этим мы себя обеззараживаем. Я еще смотрела, слушала по поводу поваров, шеф-поваров, которые работают в ресторанах. И уточняла, как они моют посуду, какими губками. Они сказали, а мы губки не моем, губками не моем, нам запрещено, потому что если вы любую губку возьмете, через неделю отдадите ее на анализы, там будут бактерии, то есть посев разный может совсем быть. Вот, они пользуются щетками. Вот, но я так понимаю, что щетки это тоже, как бы, там может еда застревать, тоже эти щетки надо, наверное, мыть. А у нас ничего мыть не надо, у нас она очень хорошая, антибактериальная, долго служит. И стоит, по факту, смотрите, если вот эта губка стоит 15 рублей, ее хватает на 10 дней. Наша губка стоит 100 рублей, ее хватает на 3 месяца, ну на 2. Вот хотите чистенькой всегда, идеально на 2 месяца, да? И нужно, ну, грубо говоря, на год, там, на 8 месяцев вам хватит 400 рублей на эти губки. Еще плюс, я почему за наши губки? Потому что мы не будем загрязнять экологию, не будет лишнего мусора. Вот это все выкидывать, правильно? Вот этих лишних бактерий, которые вот эти горы, все мусоры растут. Поэтому я всем рекомендую. У нас здесь есть чудо-салфетки. Это у меня идет в моем хозяйстве номером 2. А они почему чудо-салфетки? Потому что, во-первых, они похожи на салфетки.
Во-вторых, они очень-очень много делают. То есть она полезна нам везде. Я помимо того, что убираю ей, мою все, ну, за исключением я ей не убираю, это лакированная, если кухня или где вот такое есть, прям там я этой губкой чудо не мою, даже если у нее вторая сторона гладенькая, все равно я боюсь, я не делаю этого. Вот, но так практически везде я могу все помыть. И духовки, и холодильник, и все. И самое главное, как бы, то, что мне нравится, это чудо-салфетка, ей нужна тоже только вода. Чем больше воды и ваших усилий, тем быстрее все, как бы, ей можно отмыть. И белые кроссовки кожаные, и вот есть дачная такая обувь, которая разноцветная, где от травы и от земли очень хорошо этими губками отмывается. Потом духовки очень прекрасно отмываются, какие-то... И есть очень много разных жирорастворителей, но они очень токсичные и ядовитые. И они, вот, допустим, фотография, как духовку отмывала, да, стекло, до и после. Это на самом деле материал полипропилен. Во-первых, там не заводятся никакие бактерии. Во-вторых, они у нас одноразовые. Вот, спасибо, мне помогли. Вот такие. Я на самом деле их... там идет у нас в коробочке 30 штук, но я разрезаю пополам, иногда даже на 4 части. И мою вот этими кусочками и потом выбрасываю, потому что я, честно говоря, не экономлю, это не те деньги. И здоровье мое. Но вот, как бы, вот это действительно, оно не приносит нам никакого вреда. Я еще вот этими губками тоже мою молодую картошку, свеклу, морковку, чтобы не чистить, потому что все-таки витамины все в кожуре. Я именно это и делаю. То есть тут как бы две стороны. Одна бугристая сторона, вот как вот эта, она предотвращает скольжение, вторая гладкая, она очищает поверхность, не оставляет. То есть вот кожаную я мою этой стороной, а то, что вот обувь. А если какие-то вот жира, допустим, фартука на плитах вот есть, как бы, да, на кухне, я всегда вот этой намочила, протерла, и все, у меня нету проблем с этим, и мне не нужно мои ручки и ноготочки беречь от этих жирорастворителей. Кстати, конкуренты нашим вот этим губкам сейчас хит сезона — меламиновые губки. Муж у меня купил целый пакет. Вот столько, штук 50 там. Ну, серьезно. И он у меня аквариумы есть, мы пытались оттереть аквариумы, как бы еще какие-то вещи. Да, она оттирает. Но там пишут, что многие, что они многоразовые. На самом деле они не многоразовые, они одноразовые. То есть если они взяли на себя, то они так же, как наши губки, их потом нельзя использовать. Единственное, их можно нарезать на мелкие кусочки, но ими вы плохо отмоете. Поэтому они тоже легко чистят. И нужна только вода. Широко используется для очистки кухонных принадлежностей, масляных пятен на стене, вытяжки, офисное оборудование, электронные продукты, ванны и так далее. То есть просто, ну вот, как бы, но они не пенятся. То есть сразу я говорю, что ими посуду мыть не получится. Это тоже только вода и вот эта губка. И мы отмываем, что мы хотим. Вот. Но она тоже тоненькая, вот их две, как бы, ну вот, как вы думаете, сколько я использовала из этих 50 штук? Ну, 3-4 я использовала, да, не считала, 3-4 я использовала, остальные вот так лежат. Я говорю, дай мне пакет достань сверху. Вот, поэтому очень рекомендую всем чудо-салфетки. Их можно везде, во-первых, они удобны, их можно везде брать с собой. Даже вот сейчас погода такая, очень много соли. Вы можете водичкой свою обувь просто протереть, помыть, и все будет нормально. Поэтому я очень рекомендую вот эти мои второе средство чудо-салфетки. Дальше мы идем про перчатки. Перчаток у меня адами много, других у меня немного. У меня одна перчатка левая другой фирмы, потому что я на самом деле тоже ногти, и у меня очень чувствительная кожа, и я всегда страдала. Муж мне постоянно, каждую неделю, каждые две недели, но не реже, чем раз в месяц, покупал перчатки для мытья посуды, полов, еще что-то. И вот они разные всякие бывают, даже бывают медицинские перчатки. Но медицинские перчатки не люблю, они очень тонкие, сильно прилегают, и
вода сразу попадает, они коротенькие. Наши перчатки, во-первых, у них какое преимущество? Они, во-первых, длинные, да? Вот. Во-вторых, у них вот этот тоже есть ребристый строй, который помогает нам мыть, и чтобы посуда была не скользкая. В-третьих, у них есть крючочки. Мне очень понравились крючочки. Я вообще, когда услышала про перчатки, я решила их все сразу купить из-за крючочков. Честно, решила купить из-за крючочков. Вот, и я вот так их вешаю, они у меня сохнут над раковиной. И вот я уже говорила, что единственное, я в земле, наверное, не ковырялась в них, а так я делала все, и удобно, и они мне... Мне что нравится, их легко одел и легко снял. И у меня рука там дышит, не надо мне внутри никаких поверхностей, там, хлопковых, линолеумов, каких-то еще, силикона, чего-то там, да, потому что они просто чистые. Не надо, я могу их вывернуть, высушить, но, как бы, у меня руки нормальные, то есть я могу даже и на крем намазать, одеть, помыть. Два дела одновременно совершу. Вот, поэтому очень рекомендую всем перчатки из латекса наши. И наш вот латекс, он тоже как бы в медицине же используется, и поэтому они гипоаллергенные. У кого если есть аллергия на какие-то вещи, то только наши перчатки. Я здесь тоже сделала сравнительный анализ перчаток медицинских, да, вот самые дешевые по 3 рубля, но их хватает на один день, да, и то она на четверочку, потому что быстро сразу намокает. Вот с Алиэкспресса, как бы, да, либо там с масс-маркета любые вот эти перчатки, но, во-первых, они не их тяжелее надеть. Во-вторых, вот они, видите, мнутся, как бы, да, и, ну, они мне вот тут шире, и, ну, они быстрее выходят из... И даже несмотря на то, что у них тут есть свой как бы слой, он иногда даже бывает, когда моешь горячей водой, распаривает руку, и потом эти катышки на руке, что мне тоже очень неприятно. У наши перчатки, вот смотрите, они стоят, там два размера и две разные цены. Если размер L 500 рублей, если размер M, то они стоят 450 рублей. Вот, допустим, одна пара 225 рублей. И я ими, вот я говорю, вот эта перчатка, вот ей год уже я ей пользовалась, но вторая, и пришлось ее в утиль сдать, потому что у меня, может быть, ногти квадратные, и просто протертыши на большом указательном пальце из-за ногтей. Дырочки были. Вот. А вот эти, ну как бы, я очень люблю эти перчатки, всем советую. Если вот эти перчатки стоят 150 рублей, ну, на 3 недели вам их хватит. Это самое вообще... И опять мусор. Опять это ходить в магазин. Опять новые упаковки. Куда это все? Зачем? Зачем? Вот берите наши, взяли. Во-первых, вы не будете ходить в магазин, стоять очередь, деньги тратить. В общем, мы впереди всей планеты. Да, следующий номер 3. Почему номер 3? Потому что я ими очень редко пользуюсь. Но все-таки иногда пользуюсь. У меня... Знаете, я иногда очень занята, и готовя еду, у меня иногда убегает что-то и пригорает. Ну, это, наверное, у каждой женщины бывает, хоть раз в жизни, но было. И приходится иногда оттирать, да. И вот наши губки мне вот эти чем нравятся? Во-первых, они очень мягкие. У них, несмотря на то, что они из нержавеющей стали, они из-за того, что очень-очень тоненькие вот эти ниточки, они нам не царапают кожу нашу. Да, они не портят наши перчатки, да, и они очень бережно очищают нашу посуду, они не, там не остается вот этих царапин, как мы, если возьмем любую другую металлическую губку, мы, во-первых, себе повредим, во-вторых, посуду повредим, да, и как бы, а наши губки, они, вот, в общем, они очень нежные, мягкие, заботливые. И еще у меня есть такой совет от наших бабушек, что если брать новенькую сразу вот эту губочку, можно ими чистить пяточки. Так что можете себе чистить пяточки, взять на заметочку. Средство наше для мытья посуды. Во-первых, здесь натуральные ПАВ растительного происхождения. Даже небольшая капля нашего средства образует обильную пену, мы все с вами убедились. Безопасный состав средства позволяет применять его не только для мытья посуды, а также для овощей, фруктов, детских бутылочек и многого другого. И вот это средство получила в компании Dermatest Германия
сертификат на то, что оно безопасно и нет раздражения кожи. Именно поэтому только вот этим средством я пользуюсь без перчаток. Любым другим надо все-таки перчатки применять, да? А вот здесь я не знала, что написать. Надеюсь, вы мне поможете. И мы все с вами придем, потому что я взяла Фэри, его стоимость, да, взяла синергетик, который у нас очень пользуется популярностью, да, он стоит 325, я брала 900 литр и 950 наше средство, миллилитров в одной единице измерения, вот, оно стоит 700 рублей, но я вот им, я его купила 1 сентября, сегодня какое у нас число, половину я отлила и разбавила водой, и эту половину я раздала другим. Вот, и несмотря на то, что она разбавленная, вы видите, сколько пены дает, как бы, да, я не знала, как по неделям отмерить или еще как-то, но я вот могу однозначно сказать, поскольку я всеми тремя средствами пользовалась, что от Фэри у меня очень портится кожа рук и ногтей. Почему? Потому что очень сохнут. Начинают заусенцы появляться, еще что-то. Обязательно мне нужно крем каждый раз наносить на руки. Синергетик, он вроде более мягкий, но не так хорошо отмывает посуду в холодной воде. То есть тоже свои минусы. Вот это как бы средство. Во-первых, тут есть каламаций, который помогает нашу кожу, витамин С, увлажнять наши ручки. Именно поэтому можно без перчаток. Да, смотрите, вот у нас полежали фрукты. Я их просто достаю, да? Я сейчас их сюда переложу. Тут еще одна ягодка. Да сейчас поужинаем. И вот здесь у меня есть... это надо близко подходить, смотреть. Смотрите, я вот как... тут вот просто участок, как она помылась. А вот здесь еще не мытая. И видите, да? Да, какая разница. У меня было возможности много. Я думала, как вы будете кушать тоже. Поэтому я сама запачкала посуду. Будем мыть посуду. Как наши средства отмывают посуду, да? И губки наши. Оп. Дома не намылась? Нет. Для эксперимента. То есть, как бы, вот, я вторую не буду уже мыть. Сейчас пойдешь по ним водичкой чистенькой, и будет красота. И даже несмотря на то, что тут средство, вы слышите, как оно скрипит? Всего прошло меньше минуты. Фужеры вообще классно. Кстати говоря, я не сказала по поводу того, что у нас на сайте написано, что можно 67 или там 70 грамм разводить на литр воды. Но ситуация такая, что как бы в Корее тоже очень бережно относятся к воде, к природе и ко всему, и поэтому они наливают в емкость эти 70 миллилитров, да, но тут в принципе 70 миллилитров это два раза, если полное как бы стоит, без не, как это, не разбавленное. То два раза мы можем, и как бы в принципе на тазик нам хватит помыть. Но надо помыть и слить, и тогда получится экономно. Но я, наверное, не экономная хозяйка. Мы так не привыкли. Я пользуюсь дозатором, и я половину разбавляю с водичкой. Пробовала разводить, когда именно вот совсем жиденькая, и наливать сюда, в красивую нашу бутылочку. Она очень устойчивая, форма у нее мне очень нравится. Но тут настолько сильный напор. Я когда ставила, она мне прям до живота добрала.